Казанский федеральный университет посетил генеральный директор научного журнала Digital Science Russia. В программу визита Игоря Осипова вошла встреча с сотрудниками библиотеки имени Лобачевского и учеными КФУ. День открытых дверей Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета прошло 30 марта. Мероприятие посетили абитуриенты, чтобы познакомиться с университетом, получить помощь с единым государственным экзаменом и задать все интересующие вопросы. Межрегиональная предметная олимпиада, состоявшаяся в Казанском университете, подошла к концу. 30 марта впервые состоялся слет призеров университетской межрегиональной олимпиады по 20 предметам. В течение дня старшеклассникам предстояло познакомиться с институтами КФУ и окунуться в атмосферу студенческой жизни. На базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета проходит школа молодого мультимедийщика. Уже второй год подряд здесь собираются учащиеся 7 по 11 классы. Организаторы хотят помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор журналистики как будущей профессии. В рамках форума «Время кино» в Казанском федеральном прошел мастер-класс редактора программы о кино Первого канала Марины Коблевой. Темой выступления стало киноискусство и кинопродукт, новые форматы и реалии кино. Подробнее обо всех этих новостях редакция «Универньюз» расскажет в следующих выпусках. Олег Кашин, Артем Тупичкин, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, «Универньюз».